Всем привет! Меня зовут Шамардина Наталья. Я выпускник первого потока школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Именно благодаря обучению в школе я сменила свою профессиональную деятельность с коммерческого директора на практикующего психолога-консультанта. И на сегодняшний день я практикую и ощущаю себя полностью на своем месте. И сегодня я решила пообщаться с Алексеем Красиковым, создателем школы эмоционального интеллекта, и задать ему наиболее интересующие вас вопросы. Привет. Привет, Алексей. С чего начнем? Смотри, очень часто слышно от клиентов и, в принципе, обсуждения на форумах и так далее, что остеохондроз может являться причиной панических атак. Да, это одна из бед российского YouTube после астрологии и карт Таро. Я думаю, что есть группа мануальных терапевтов, которые поняли достаточно быстро, что панические атаки – очень популярный запрос, и они очень хотят быстро заработать денег. И у них это хорошо получается, потому что это называется в науке и в медицине это называется псевдоправда или правдоподобность. Вот, правдоподобность. Угу. Звучит очень правдоподобно. Вот смотри, я тебе говорю, Наташ, твои панические атаки связаны с тем, что у тебя снижен кровоток в головном мозге, из-за сниженного кровотока возникает гипоксия, кислородное голодание, из-за кислородного голодания у тебя возникают панические расстройства. Ну да, звучит логично. Звучит очень логично, да. И правдоподобно, и много людей на это ведутся. В реальности это не так. В реальности гипоксия не может вызывать панические атаки, потому что панические атаки и невротическое расстройство – это эмоциональная проблема, связанная с характером и реагированием человека на конкретные жизненные обстоятельства. А гипоксия может быть в результате проживания в высоких горах. И людей, которые живут у нас в горах, у нас нет из-за этого панических атак. Гипоксия может быть связана с тем, что у человека железодефицитная анемия. Там будут головокружение, шаткость, вялость, плохое самочувствие, но не невротическое расстройство. Это будет неврологическая, гематологическая симптоматика. И гипоксия может быть действительно от сниженного кровотока, да, связанного там с серьезной патологией в шее. Но опять же мы будем испытывать синдром гипоксии. Головокружение, мурашки, мошки, озноб, слабость, но не невротическое расстройство. Во-вторых, у каждого второго человека, это же удобно они придумали, у каждого второго человека есть так или иначе остеохондроз. Это точно. Но не у каждого второго есть панические атаки. Да. Тут они прокалываются. Поэтому мануальщики – красавцы. Они очень круто сообразили, как это можно наивному населению, скажем так, продать. И многие действительно там, значит, позвонки ставят, готовят как-то лучше. Но действительно, когда тебе улучшают чуть-чуть кровоток, у тебя немножко состояние на какое-то время улучшается с точки зрения питания мозга. Но проблему с мужем, с характером, с мировоззрением, с убеждениями, со сверхценными потребностями это не решит. Поэтому, конечно же, прямой никакой связи нет, но есть коморбидность. Например, у нас есть пациентка, у нее там тревожное расстройство с ипохондрией, кардиофобией и астения. И параллельно, например, железодефицитная анемия, шатко связанная с разбестовленностью, или остеохондроз с изменением там, кровотока, и это будет коморбидно. Поэтому правильно, как ты знаешь, это заниматься ее психотерапией, и параллельно невролог занимается ее гемодинамикой, ее шеей. Но не говорит, что ее шея – причина ее проблем невротического спектра. Это параллельные вещи. Так что многие врачи-остеопаты, они редиски. Алексей, спасибо большое за ответ. Спасибо тебе.